На дорогах важно быть внимательными не только водителям, но и пешеходам, ведь они такие же участники дорожного движения. Поэтому свое внимание сотрудники госавтоинспекции уделили и тем, и другим. Как показал рейд, как правильно вести себя на дороге, не знали более 100 человек. Из них по статье 12.18 КоАП РФ за невыполнение требования ПДД водителям уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом, составлено более 30 административных материалов. На основании статьи 12.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение правил дорожного движения пешеходам составлено 70 материалов. К оперативно-профилактическому мероприятию также присоединились представители общественных организаций. Особое внимание уделили тому, как правильно нужно переходить дорогу с детьми. При переходе проезжей части с детьми какое основное правило нужно соблюдать пешеходам? Убедиться, что не едет машина. Всегда малыша за руку держите или бывает, что он торопится? Нет, всегда за руку, чтобы было безопасно. Сотрудники госавтоинспекции еще раз напомнили всем о правилах перехода проезжей части и вручили памятки. Валерия Новикова, Народные новости.